Печень – важный орган в нашем теле, который работает круглыми сутками, чтобы выводить из организма токсичные вещества. Иногда мы, сами того не подозревая, даем печени дополнительную нагрузку, с которой она может и не справиться. Практически никто не задумывается, что в нашем холодильнике могут лежать продукты, которые очень негативно воздействуют на функциональность печени. Давайте же посмотрим, что это за продукты и каким образом они разрушают нашу печень, если не следить за тем, сколько их скушать. Поверьте, о них вы слышали и как минимум раз в жизни пробовали. К продуктам, которые могут стать опасными для печени, относят утиное и гусиное мясо, а также баранину и жирные сорта свинины. Почему же именно эти виды? Все объясняется просто, эти сорта мяса относятся к разряду жирных и трудно перевариваемых видов питания. Белки подобного мяса достаточно грубые, в нем много жира, который относится к категории насыщенных и тугоплавких, сложно расщепляемых и перевариваемых. Если имеются болезни печени, орган просто не в силах переварить блюдо с этими компонентами, сразу может заболеть правый бок и подкатить тошнота. Не менее опасны специи и раздражающие приправы, жирные соусы. Данное питание вредно не только для печени, но и для всего пищеварительного тракта, так как подобные компоненты обладают раздражающим и иногда даже провоцирующим ожоги свойством, приводя к воспалительным процессам кишечника, поджелудочной железы и печени. Под воздействием такого питания формируется активный выброс желчи, что усиливает раздражение кишечника и грозит сильной болью и поносом. Постоянное напряжение печени на фоне приема острых и пряных приправ может грозить развитием желчнокаменной болезни. Опасны для здоровья органа различные химические пищевые добавки. Печень перерабатывает и обезвреживает любые пищевые добавки, попавшие в организм. Она устраняет негативное влияние консервантов и красителей, различных Е-добавок и соединений, солей тяжелых металлов и прочих компонентов, попавших в пищу. При этом, так как вещества и чужеродные и потенциально опасны, орган испытывает сильные нагрузки и может воспаляться. Это грозит гепатитом и другими болезнями печени. Есть претензии и к кислой пище. Сама по себе она не опасна, но если имеются болезни печени и желчных путей, ее прием стимулирует желчевыделение и сокращение пузыря, что грозит болями и раздражением воспаленного органа, нарушениями пищеварения и провокацией застоя желчи. Такое состояние изменяет реологические свойства желчи, которая густеет, становится склонной к образованию камней и закупорке ими желчных ходов. Полностью продукты не нужно исключать из рациона, но сократить до минимума объем кислых блюд стоит. Опасны для печени копченые продукты. Кроме того, что большинство из этих продуктов очень жирные, само по себе копчение не относится к безопасным способам консервации и обработки пищи. Продукты горения и задымления содержат в своем составе много фенолов и карбосоединений, которые опасны для здоровья и обладают свойствами канцерогенов. Именно в печени все эти соединения оседают и обезвреживаются, нанося ей ущерб. Частое потребление таких продуктов может провоцировать серьезные болезни печени. Вызывают претензии у медиков и магазины и полуфабрикаты. Это питание, вредное для печени. В них много низкокачественных жиров и мало белка, полезных углеводов.
В это же время избыток специй, соли, консервантов и различных пищевых химических добавок приводит к сильному напряжению органа и развитию гепатита и желчнокаменной болезни. Не менее опасная пища, в которой много животных жиров, сало, жирное мясо, а также блюда с маргарином и трансжирами. Жирная пища также проходит обработку печенью, расщепляясь на более мелкие молекулы и омыляясь компонентами желчи, жиры расщепляются и всасываются, усваиваясь организмом. Избыток жирной пищи заставляет печень напрягаться, производя новые и новые порции желчи, а ферментные системы работают в состоянии стресса. Постоянно поступающие лишние жиры приводят к ожирению самой печени, которая начинает хуже работать. Достаточно вредными для здоровья печени являются блюда фастфуда. За счет обилия консервантов, красителей и усилителей вкуса, избытка соли и специй, а также способа приготовления, они становятся вкусными и ароматными. Их готовят путем обжарки в масле, запекания до хрустящих корок, в составе нередки булки, лаваши, соусы с майонезом и перцем. Все это стимулирует аппетит и вкусовые рецепторы. Только вот справиться с этой пищевой химией в комбинации с избытком жиров и легких углеводов печени крайне тяжело. Подобные блюда стоит совсем исключить из рациона людям с болезнями печени и существенно ограничить здоровым пациентам. По данным специалистов, существенный вред печени наносит спиртное и последствия после него, а именно алкогольное отравление. Печенка может серьезно пострадать от сомнительного спиртного, что может вызвать сильное алкогольное отравление и в крайних случаях помощь медиков. Частый прием алкоголя, помимо похмелья, что по сути и есть результат алкогольного отравления, приводит к формированию гепатитов, жирового гепатоза печени и, как следствие, к циротическим изменениям. Берегите себя и будьте здоровы!